настрой-то у нас, как всегда, боевой. Какая зима будет, то время покажет. Но я думаю, что, наверное, в этом году тоже, наверное, снежная будет. Утро у машиниста Константина Артеменко выдалось снежным. Мужчина колесит по транспортным артериям города и обрабатывает дороги песчано-соляной смесью от наледи. Снега выпало хоть и немного, но если не обработать, ледяная корка образуется. За рулем тяжелой техники Константин 8 лет. За это время, рассказывает, было всякое. Позапрошлый год, по-моему, это был. Тяжелая зима была, прям снега очень было много. Тяжело, конечно, было, что не успевали мы. Только избавимся, как бы, хотя бы от, маленько от него, он опять навалит. Тяжеловато, но тем не менее справлялись. Сегодня в рейс посыпать улицы антискользящим реагентом вышли десятки машин. В обильные снегопады спецтехники в разы больше. Всего распоряжение автодорстроя 248 машин. Если потребуется, к уборке дорог привлекут резерв еще 28 единиц. В текущем году произошло небольшое обновление подвижного состава. Мы получили 16 единиц снегоуборочной техники. Вся техника сейчас готова. Переоборудование прошло. Износ у нас в связи с поступлением новой техники сократился с 89 до 86%. Да, техника старая, но вся она в хорошем состоянии. Запас противоскользящих реагентов достаточный. В этом году подготовили 46 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки проезжей части, 100 тонн бионорда для обработки тротуаров. В прошлом году последнего, а многие о нем даже не слышали, было в 10 раз меньше, всего 10 тонн. Этот материал чем хорош? Он достаточно активно убирает гололед, не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду, и ингибитор, который антикоррозийный, нейтрализует действие, его негативное воздействие на металлы, на машины, на обувь. В этом году комитет по дорогам пересмотрел и схему уборки улиц. Причина – перекрытия моста на Новом рынке. Дополнительные силы на расчистку и обработку будут брошены на пешеходный обход путепровода, а также на участки, предназначенные для объезда моста. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.